Так, привет, пацаны, короче, сейчас привет. Мы будем биться против шведов, блин. Чё думаешь, Лёв? Вот спросил пацанов, они говорят, что выиграют шведы, да? Будет сложно, но выиграют на матч. Но мы уже путёвку в Китай выиграли. Вот, сейчас осталась, в общем, интересная ситуация. Может быть, дойдем до финала, посмотрим. Пацаны, давайте. Как он, передавай привет. Так, ты понял? Чё надо говорить? Да. Я справлюсь. Молодец. Сейчас я пойду шведов тоже поснимаю. Да, пацаны, вы выигрываете, но я пойду шведов поснимаю. Ничего страшного. Вова у нас очень критичный. Я с ним даже в спор никогда не вступаю, потому что он на керри позиции играет. Так, вот у нас шведская команда. Против них сейчас будем драться. Ребята готовятся тоже. Привет. Вообще, ребята из StarLadder очень крутые. Мы вот со Степой давно общаемся. Супер все организовали. И технически, и с точки зрения организации ребят, и питания, в общем, мы очень благодарны. Игорь взял, тупо паспорт потерял на контроле. Леха ему инструкцию теперь напишет, что надо делать. Миша у нас капитан спокойный у нас как-то, мне нравится. А это Женька у нас, фотку, которую я выкладывал в Инстаграме, вот он. А это человек самообладания, как он? Он вообще не нервничает никогда, просто вообще никогда не нервничает. Мне кажется, он акс в душе. Оттуда вон сверху можно смотреть на ребят. Там типа специальные VIP-места для команды, там мы едим. Ну и все команды готовят что-то обсуждать. Каспер, вот крутой комментатор. Пойду к нему сейчас подойду, спрошу, кто победит. Так, сейчас, погодите, если он меня нахер не пошлет, может, пообщаюсь с ним. Привет, ребят. Да, здравствуйте. А это Каспер, самый крутой ведущий у нас. А меня Денис зовут, я вот, ребята, основатель команды Команчи. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Вы нам очень нравитесь, ваше творчество. Спасибо вам, ребят, за работу. Ваше творчество тоже пока и выглядит. Но мы переживаем сильно. Сейчас посмотрим. Слишком фастфол, очень быстро. Да? Да? Чуть-чуть можно сбавить. Немножко ритмики пойдет, да. Хорошо. Вот ребята тоже нам советуют, но мы оправдаем доверие, я думаю. Представляем Россию. 4 месяца играем в доту профессионально и уже приехали в такой большой чемпионат. Я только что комментировал наш матч против Дикей. Понравилось? По-моему, отрыв просто. А я только приехал, у меня 10 лет компании был, там 240 человек. Я вообще не спал 2 часа, просто приехал, и тут такой подарок мне еще один, 17-0. Ну что, поняли? Я с Каспером пообщался. Отличный чувак, согласитесь. Так, ну все, ребят, я болеть пошел. Странно, если ты просто по фану что-то раз повезло, там затащили. Но это правда подготовка, это правда работа с командой, инвестиции времени, денежные инвестиции. Это не просто так. Как сенатор однажды сказал, когда его президент спросил, слушай, тебе так повезло, вот теперь тебя знает Светлана. Он говорит, знаете, я к этому 20 лет шел. 20 лет пил кабака, чтобы попасть на главное мероприятие и спеть перед президентом. А можете привет для блога передачи? Вы будете самыми известными косплеершами, особенно вот, ну, вы, в общем, поняли, да? Это Дота, ребята, это все серьезно. Спасибо вам большое. Вы знаете, кто это такое? Луна, есть такой персонаж в Доте. Это вот главный мидер у нас. А как такие глаза делаешь? Магия. Вот. Слушайте, вообще страшно прям смотреть. Ой, смотрите, самая известная девочка, как Каен. Да ладно. Я живу твоим инстаграмом, очень красивая. Спасибо. Скажите, какая красивая киберспортсменка, а? Супер. Ладно, как дела? Хорошо. Слушай, ну я свою привез команду. Я видела все. Да. Круто. Я тоже слежу за вашим. Ну мы едем в Китай уже, сейчас вот со шведами решим, что делать. Давай, какая-то красивая. Прям, знаешь, такая красота. Смотрите, тут все серьезно. Сейчас нас будут спрашивать черные штуки. Вот у нас есть, смотрите, пацаны. Окей. Проходим. Вот, здесь у нас размещаются игроки. А вот мы играли, наверное, с ребятами, да? Да, мы выиграли. Да, вот. Мы их выиграли. Вот, смотрите, тут целая куча болельщиков. Мы их маленько подговорили, чтобы они за нас поболели. Он типа будет бегать, курицу резать, да? Баунти Хантер нужен за тем, чтобы вернуться в игру. Он раздает треки, и с треков дается лишнее золото во время драки. Поэтому команда может вернуться в любой момент в игру, даже если много проигрывает. Поэтому этот герой взять для того, чтобы можно было компетить. Супер. Смотрите, какой большой серб, блядь, против нас играл, но мы его все равно победили. Виктор зовут. Виктор? А он русский? На спине написано. Русский? Не, не русский. Ничего не понимает? А точно. Ну, наверное, понимает. Станет въебет еще. Сейчас Игоречек, блядь, к электрикам всех покарает нам. Короче, мы сейчас будем фантомку, походу, пикать. Вот, ее не забанили. Это заготовка наша, странно, почему они ничего не предприняли, чтобы ее... Видимо, они смотрели наши игры, поэтому... А, вот, блядь, шведы. Ну ладно, сейчас мы вам... Я вот хотел еще с вами поделиться, что в каждом виде спорта есть как бы болельщики свои. Вот в киберспорте есть особенность своя. Вот, во-первых, смотрите, ребята не пьют, они не приходят с пивом, не приходят со всякой херней. У всех есть банковские карты, компьютеры, потому что все, кто смотрит игру, они, естественно, сами играют. Вот. Это такая очень благородная аудитория. Сейчас сами поймете, почему. Потому что болеют не за конкретную команду, как правило, а болеют за качество игры. Если хорошая команда, команда показывает хорошее качество, ей хлопают. В этом ценность основная. И вот у меня просто сейчас серьезное ощущение, что здесь что-то может родиться, какая-то легенда.
Что-то рождается сейчас очень важное, ребят, прямо на ваших глазах. Спасибо вам, ребята, большое за поддержку.